На канале Навальный Лайф вышел ролик «Москва ненавидит Единую Россию. Как вышвырнуть единороссов из столицы?» Его там легко посмотреть. В ролике ведущие имена лучше зачитаю. Руслан Шавединов и Леонид Волков обсудили предвыборную ситуацию в Москве, которая с какого боку ни смотри крайне плачевна для Единой России. И дали москвичам рекомендации, как следует голосовать. Как я уже сказал в названии, канал «Навальный Лайф» исходит из того, что в Москве рейтинг России составляет аж 15%. Это данные Левада-центра. Здесь, наверное, нужно добавить, что многие специалисты считают, что рейтинг «Единой России» по Москве еще ниже. Ну, канал, ладно, исходит из этого. Вот как ведущие сказали об этом. Чтобы понимать все про московские выборы, для начала надо понимать одну цифру важную. 15%. Что это, Руслан? А это, я так понимаю, рейтинг «Единой России», Леонид. Действительно, с каждым годом он все падает, падает, и сейчас вот он на минимуме со всего времени, которое измеряют рейтинг «Единой России» в Москве, он сейчас порядка 15% по данным Левада-центра. Ну и не нужно быть пророком, чтобы понять, что, исходя из этого, они дали москвичам рекомендации, как поддержать их стратегию умного голосования. Меня можно спросить, зачем я решил сделать эту публикацию? Ведь я живу в Карелии. Ответ между тем прост. Не знаю почему, но если верить метрике, наш канал на Дзене наиболее популярен именно в Москве. Второй по популярности регион нашего канала – это Санкт-Петербург. А уж провинция, увы, включая и Карелию, как говорится, в пасте придется. Впрочем, думаю, это нормально. Социальная активность, как правило, наиболее высока именно в столицах. Вернемся к теме. Политологи хорошо знают, что сейчас потенциал протестного голосования наиболее высок в больших городах. Потенциал же умного голосования по Москве сегодня вообще за пределами. Об этом четко свидетельствуют итоги голосования в Мосгордуму в 2019 году. С вашего позволения я озвучу цифры, понятно, я их лучше зачитаю, это цифры. Прежний состав Мосгордумы на выборах прошло 28 депутатов от ЕР, 10 депутатов самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, 1 депутат от ЛДПР и 1 депутат от Родины. В нынешнем же составе Мосгордумы ситуация совершенно другая. Вот она какая. В нынешний состав Мосгордумы прошли 25 депутатов самовыдвиженцев, 13 депутатов от КПРФ, 4 депутата от Яблока и 3 депутата от «Справедливой России». От «Единой России» официально не прошло ни одного депутата. Ну, причина хорошо известна. Все единороссы выдвигались как самовыдвиженцы. Почему, тоже хорошо известно. Есть еще не менее впечатляющие примеры эффективности умного голосования по Москве. Не буду утомлять, приведу только один. Выборы в Мосгордуму даже не с позорищем, а с позорищем. Проиграл лидер «Единой России» по Москве Андрей Метельский. Вот такая вот эффективность умного голосования в Москве. Поэтому, думаю, москвичам имеют прислушаться к рекомендациям данных ведущих. Тоже лучше зачитаю их имена. Руслана Шавединова и Леонида Волкова. По самовыдвиженцам рекомендации будут даны за 4 дня до начала голосования. По партиям же рекомендации они дали уже сейчас. И они предельно просты. На их взгляд, смысл имеет голосовать только за партийный список КПРФ и только за партийный список Яблока. Есть ряд причин, по которым голосование за ЛДПР, за «Справедливую Россию» тоже будет голосованием за «Единую Россию» на самом деле. Но о том, какие это причины, я думаю, правильнее будет посмотреть в указанном ролике. С голосованием же за, скажем так, малые партии, думаю, так все понятно. И думаю, здесь нужно добавить, что по поводу голосования за список Яблока они сделали ряд оговорок. Но что это за оговорки, тоже, думаю, лучше посмотреть в ролике. Что здесь, думаю, еще имеет смысл добавить? В публикациях Жуковский рейтинг ЕР все рушится, и власти уже думают о переносе выборов. И рейтинг ЕР стремительно падает, а рейтинг КПРФ стремительно растет. Мы уже рассмотрели сложившуюся новую, я бы сказал, внезапную тенденцию предвыборной ситуации в нашей стране. Всего несколько дней назад рейтинг «Единой России» начал не просто падать, а он начал буквально рушиться. Вот, собственно, и суть вся.
этой новой и довольно, надо сказать, неожиданной тенденции, хотя если так разобраться, она ожидаема. Это означает только одно. Потенциал умного голосования может оказаться еще выше и гораздо выше. И сработать оно может куда эффективнее, чем сработало в 2019 году. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?